Привет, я Ксюша. У нас только что закончилось очередное занятие. Ну, хотя это было не занятие вовсе, а скорее всего практика, нечто такого шаманского и энергетического. Пришла я сюда на занятие по вокалу. Оказалось, что это йога и познание еще одной своей грани изнутри, когда вы просто чувствуете себя не снаружи, а чувствуете себя изнутри за счет своего же голоса. Говорить об этом тяжело, это можно только почувствовать, поэтому приходите, это здорово.